Ребята, всем привет, приветики! У нас сейчас гости, к нам заехали тетёля из Львова. Мы сейчас попили кофеёк, сидим, общаемся. Что у меня тут за пятно? Или это в зеркале? А нет, это нам на лице. Странное пятно. Вот, мы сегодня хотели поехать встретиться с моими родителями, но не получилось, потому что мы ждем, когда нам привезут приставки по картине ТВ, чем Ваня занимается, он дилер, и вот ему должны с Германии привезти. Вот мы сидим целый день и ждем посылку, и нам сейчас позвонили, сказали, что мы приедем в течение часа. Ну, хорошо, в течение часа. Так что мы сегодня к моим не успели, вот, но зато к нам приехали Ванины родители в гости, вот. И сейчас еще позвонил Ванин дядя, так что у нас все семейство в сборе. Пума последнее время спит у себя в домике. Пумчик, тебе тут хорошо? Да, моя девочка. Так, мы тут только что поперекусили, покушали пиццу, и Вова с тетёлей посмотрели наше новое видео на Sweet Home, которое вышло. Вот, посмеялись, пообщались, и все, и уже они поехали, им в магазин нужно, они как раз переждали вот этот обед, который у нас постоянный в магазинах. Вот, Ваня не доел пиццу, ему приехал мужчина, который приставки должен, ну, то, что я рассказывала, должен привезти, пошел их забирать, и что-то как-то не вернулся. Вот, а мы сейчас с Ваней, наверное, нам тоже нужно в магазин, нам нужно в Меркадону заехать. И посмотрим, что мы там будем дальше делать. У нас сегодня пасмурно, солнышка нету, все такое вот, видите, небо такое серое. И прохладно на улице, в общем. Дома тепло, и вот в майке, шортах нормально, а на улице немного прохладно. Вот. Конечно, не успели мы сделать все планы, что задумывали, потому что мы вчера вырубились просто, поэтому на Sweet Home не вышло видео, потому что я его монтировала, потом Ваня его монтировал, потом Ваня монтировал и тут же уснул, сидя, и я рядом уснула. Потом я проснулась и говорю: так, все, пошли спать. Я дошла до кровати, легла на кровать, гладила Пуму. И вырубилась. Потом просыпаюсь и понимаю, что я отключилась. Пума лежит рядом, спит. Ваня также сидит на диване перед компьютером, спит. Я говорю: все, пошли спать. Вчера такой день, как-то вымотались мы очень. Плюс еще тренировка, она очень сильно выматывает, устали. В общем, сегодня подольше мы поспали, в 11 мы проснулись. Вот, так что такой вот у нас сегодня денечек, да? Ты будешь опять спать? Опять спадки будешь, ну, ты моя девочка. Во, боже мой, сколько всего. Зая, где мы это все будем хранить? Ваня бедный, голодный, мы эту пиццу покушали, Ванечки оставили. Ваня сидит, долго кушает. Долго не было, да? Да, очень долго тебя не было. Уже все ушли, а Ваня только пришел. Вкусненько. Угу. Вкусная пицца, да, это? Это та пицца, про которую мы говорили, со сливочным соусом, грибами и беконом. Она обалденная. Мне даже она больше, наверное, нравится, чем томатная. Это очень вкусно. Необычный такой вкус. Нежный. Смотри, котик, нам сейчас нужно в Меркадону съездить. Поехали в Меркадону? Наверное. Да? А потом куда? Вечером мы опять поедем к родителям, к Ваниным. Нужно завести там кое-что. И... Но их сейчас не будет, они поехали по магазинам. Нужно будет записать там? Ну да. Сейчас время будет. Приятного аппетита, котик. И всем, кто кушает, приятного Спасибо. Аппетита. Сижу в WhatsApp, в группе, где переписываемся мы с нашими одногруппниками. И, короче, у одного из моих одногруппников родился сын. Мартин назвали. Он такой хорошенький. Показывать не буду, потому что, ну, возможно, человек не хочет, чтобы его ребенка увидели абсолютно все. Поэтому, ну, такой хорошенький, такой волосатенький родился. У него столько волос на голове. Вообще, вчера родился, кстати. Вчера начали писать. Поздравления, ну, вообще, класс. Я так рада за них, вау, вообще.
все поздравляют. Короче, в этом, в больнице они были 26 часов. В госпитале они пробыли. Вот со схватками, со всем с родами, со всем, в сумме 26, через 26 часов они только после попали. Родов потом сразу практически выписывают. Вот здесь в Испании, да. А у нас же нету. У нас там, по-моему, 5, да, девчонки, или 3 дня, что-то такое. А здесь практически ты сразу выходишь домой, буквально чуть ли не на следующий день. Какой на следующий? В этот же день? Не, не в этот же. Да, в этот же. Тебе берут, короче, ты только родила, тебе одевают, убывают. И... Так, Зая, хватит уже шутить. По-моему, на следующий день уже ты можешь уходить с ребенком домой, если, ну, если со здоровьем все нормально. Но об этом мы узнаем, когда наши знакомые, наши друзья родят, у них же двойнята, тоже ждем уже, в начале мая должны быть роды. Ой, короче, столько детей, вообще. Ваня пошел выносить мусор, как всегда, это же Ванечка у нас мусор выносит. Открыл мне машину. Хватит уже. Открыл мне машину. Такое, что... Ой, к родителям завести. И взяла на всякий случай кардиган. Вдруг прохладно мне станет. Хотя одела я рубашку с длинным рукавом. В ванне вон футболки. Ай! Ой, что тут опять у нас в машине валяется? Бумажки всякие. Что такое? Тут там лежит. Значит так, мы едем в Конфораму. У нас еще одна попытка купить стулья. Очередная попытка купить стулья. Мне кажется, в этот раз не будет ничего. Думаешь, ой, не на каркай, Зай. Смотри, у нас деревяшка. Так, так что едем в магазин, и там же рядом Меркадон, и заедем в Меркадон. В супермаркет. Ладно. А еще мы голодные, очень-очень. Мы за сегодня вообще, ну, я кусочек пиццы съела, маленький кусочек, йогурт съела и выпила 2 чашки кофе и 1 чашку чая. Прям идеальная диета. Записывайте. А сейчас я очень голодная, прям. Меня аж подташнивает. Меня тоже. Надо было, наверное, покушать, потом ехать. Да, Зай, если бы мы еще бы ждали, чтобы кушать, мы бы никуда не успели. Мы лучше где-нибудь перекусим и все. Зачем ты окно открыл? Мне не жарко. Мне жарко. Тебе жарко? Ну ладно, тебе душно, тебе не жарко, тебе душно. Да? Мне жарко, душно. Ладно, все, увидимся. Включимся уже в магазине. Все, мы уже в магазине. Тёпаем мы в... Что там? Что там Зая увидел? Ух ты! Сюда диск вставляешь, я не вижу. Типа у тебя пластинки играют. Прикольненько. Слушай, а здесь нету такого телевизора, как родители в зал заказали? Здесь нету? Не знаю. Не знаешь? А ну-ка, здесь нету столов? Там дождь есть? Дождь. Мы спрашиваем, есть ли стулья или нет стульев. Хоть бы были. Ну, у нас прям вообще не судьба какая-то. Один белый и один черный. Когда мы тогда приезжали, было 4 черных. Блин, наверное, за через интернет закажем и не будем париться. Мы просто хотели сразу купить, чтобы не ждать. А их нет. Ну что поделаешь? Ничего страшного. Жалко. Жалко. Смотрите, какие подушки здесь есть. И мистер тоже, смотри. Но наши круче. Понятно? Наши лучше. А вот смотри. Смайл, релакс, лав. Хоум свит хоум. Зая. Круто.
Это же не чехол, это просто подушка. Нет, чехол. Видишь? А, это чехол? Да. Фу. Можно снимать. Прикольненько. А вот эти вот по скидкам, по 3 евро продают. Эти подушечки. Угу. Вот здесь, с этой стороны, смотри, тоже прикольненькие подушки. Нам надо масло. И сливки. Сливки и хлеб. Да, и мы же кофе со сливками пьем, у нас они закончились. К сожалению. Хлеб. У меня больше сливки нравятся в Карифуре. Ну давай, когда мы купим? Когда съездим в Карифур? Да, не знаю. Лучше купим, а потом уже купим в Карифуре. Я думаю, может, эти возьмем? Булочки, чаю? Да. Где они? Твоих нет. А, не, вон а они вот есть. Они. Ну возьмем? Все, набирай, да, я схожу за хлебушком. Мы сейчас едем к Ваниным родителям и купили к чаю вот эти вот самые любимые Ванины пироженки, которые с яблоком, ну, с яблочным джемом и с орешками. А, ну, это... Тут у меня высохли, можно выкинуть. Это вообще были для маки... для снятия макияжа. Да? Да. Мы, короче, купили в машину, наконец-то затарились салфетками, купили в машину влажные салфетки. И сухие, и чтобы были. Жвачки. Да, у меня в сумке есть жвачки, а здесь они закончились. Вот так мы делаем иногда. Опа! Всегда мы так делаем. Что здесь удобнее хранить жвачки в такой штучке, пластмассовой. Кто хранит в машине жвачки еще? Все. У нас тут даже, у нас здесь есть для пыли салфетки специальные для машин. У нас здесь вода. Есть специальную бутылку, купили, чтобы помещалась. Что большая не помещается. Здесь есть ножнички, карандашики. Что тут еще? Киевский. Это прикуриватель. И киевские карандашики, да, у нас тут. И что еще? Ванин старый чехол. Я не забыл, что он у меня здесь лежит. Я думаю, вот это надо убрать вот сюда. А вот эти салфетки, которыми... Вытирать руки. Вот сюда. Смотри. Оп, оп. Ну да. И ну, все. Такой вот. Это тебе в сумку. Это мусор. Это не надо мне в сумку. И это тоже мусор. Так, здесь нету нигде поблизости мусорки. Нету. А я вот сюда складываю мусор. Надо будет там почистить все. Котик сейчас будет мыть руки. Мы сейчас будем ужинать. Что, будем разворачивать? Я думаю, да. Мы тогда сидели, было удобнее. Ну, давайте развернем. Вот так. Двое там и двое здесь. Это очень удобненько. Так, вот это вот. Так, выкинь, а? Нет. Все, мы будем кушать. Всем приятного аппетита. Ну, а Вася у нас как обычно. Да, Василек? Васенька как обычно на своем месте. Ну, че ты? Я же просто тебя... Я просто тебя глажу, не упади, не упади. Не хочет он, чтобы понюхать. Не, пальцы мои нюхает. Маленький, ты ж мой сладенький. Все, мы пообщались, покушали и отчаливаем сейчас с Ваней домой. Я уже умылась и сейчас собираемся... монтировать влог, да, котик? Угу. Ой, что-то все такое размытое. А ну-ка, оно настроится или не настроится? Темное, да? Не, размытое. О, все определило твое лицо. Будем с вами, ребятки, прощаться. Всем спокойной ночи и всем пока. Пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.